Сорт томата «Аметистовая драгоценность». Еще один красавчик в моей коллекции. Ярко-ярко-розового цвета. И фиолетовые, идет от плодоножки, фиолетовые полосы поднимаются к верхушке. Вообще красивейший. Это среднерослый и среднеспелый сорт томата. В открытом грунте высота куста до 80 сантиметров. В теплицах чуть выше, до 1,20 м. Вес плодов от 150 грамм. Куст обязательно требует подвязки и формировки. Формировать лучше в 2-3 стебля, тогда получается более обильный урожай. Одним из достоинств этого сорта является то, что он способен плодоносить до самых заморозков. И еще этот томат очень и очень вкусный. Посмотрите, какой красивый этот томат в разрезе. Густо-малиновый цвет, многокамерный, мясистый и сочный томат. По вкусу он сладкий и присутствует небольшая кислинка. Подходит для употребления в свежем виде, для приготовления соусов и соков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.